Меня зовут Ирина. Я училась в школе номер 13. Это одно из ведущих образовательных учреждений нашего города, а также экспериментальная площадка для внедрения вирусных технологий. Я была председателем совета старшеклассников под названием «Поколение молодых», в то время как уже 13 лет по стране распространялся вирус. К тому моменту, когда я стала выпускницей, вирус дошел до нас. Они не могут спастись. Вирус захватывает их умы, заставляя их не есть и не спать. Но мы сохраняли надежду, что настанет тот день, когда все закончится. Но мы ошибаемся.